Докажите, что в выпуклом четырехугольнике, вершины которого перечислены по порядку, некоторые выпуклые четырехугольники ABCD, докажите, что в нем обязательно угол CAD в сумме с углом BDA дает то же самое, что угол DBC в сумме с углом ACB. Так, лишь бы их увидеть. CAD это вот этот вот уголочек. Что такое BDA? BDA это вот этот вот уголочек. Давайте я их пишу. Это альфа, это бета. Отлично. Что такое DBC? DBC это вот этот вот уголочек гамма. Замечательно. Что такое ACB? Это вот такой вот уголочек дельта. Вот. Итак, задача. Докажите, что если вы возьмете угол альфа, сложите с углом бета, то это то же самое, что если вы возьмете угол дельта и сложите с углом гамма. Хорошо? Потому что, ну, мы видим, что здесь есть вертикальные углы. Да. А они равны. А значит? А значит, 180 минус... Молодец. Альфа плюс бета это на самом деле 180 минус эпсилон. Согласен? Да. И, соответственно, дельта плюс гамма это тоже 180 минус эпсилон. Обратите внимание, я сейчас взял угол эпсилон, хотя я точно так же мог взять не угол эпсилон, а вот как угол. И тогда вместо 180 минус эпсилон надо было бы написать его.